Горячие деньки для выпускников школ завершились. Основной период сдачи единого госэкзамена остался позади. В региональном министерстве образования и науки подвели предварительные результаты итоговой аттестации выпускников. В этом году контроль за сдающими экзамен школьниками осуществлялся строгий, что позволило значительно сократить количество нарушений. Все пункты приема были оборудованы камерами видеонаблюдения. Были и другие способы борьбы с нарушениями. Пункты проведения государственной итоговой аттестации в 11 классах были оснащены подавителями сотовой связи. Причем все блокираторы были зарегистрированы по всем требованиям Роскомнадзора и работали, естественно, на легальных основаниях. Если говорить о государственной итоговой аттестации 9 классов, то новшеством этого года технологическим было то, что все выпускники 9 классов проходили в пункты проведения экзамена через металлоискатели. Одним из главных достижений стало увеличение количества стобальников по сравнению с прошлым годом. 48 выпускников смогли получить отличные оценки по одному или нескольким предметам. Большинство из них – жители областного центра и Димитровграда. Стобальников больше всего оказалось по русскому языку, следом идут обществознания и литература. Хороший результат 11-классники показали на экзаменах по истории и биологии. А вот математика осталась главным предметом, с которым выпускники справиться не могут. В этом году профильный уровень не прошли 618 человек. И даже по базовому уровню у нас 160 человек не преодолели порога, то есть это те, которые получили результат 2. Поэтому мы можем говорить, что это, возможно, связано с увеличением количества сдававших профильную математику, потому что здесь у нас результат почти на 300-400 человек больше, чем в прошлом году. Но двоечникам не нужно расстраиваться. Попытать свое счастье они могут еще как минимум дважды. В резервные дни в конце июня и в сентябре этого года. Егор Титов, Даниил Сурков, Новости дня, Ульяновская правда.